Руководитель региона Михаил Котюков посетил специальный отряд быстрого реагирования «Зенит», который является одним из подразделений Росгвардии. Он посмотрел базу размещения СОБРа, побывал на практическом занятии, где ему продемонстрировали образцы спецтехники и вооружения, которые используются при выполнении боевых задач, в том числе на территории новых субъектов России. Также Михаил Котюков пообщался с бойцами, обсудил с ними меры поддержки участников СВО и наградил отличившихся СОБРовцев. Завершился визит возложением цветов к памятнику погибшим сотрудникам отряда. 30 лет с момента образования разделения. Большой срок. Сейчас командиры рассказали о том боевом опыте, который «Зенит» прошел за это время. Ни одной, скажем так, специальной компании мимо вас не прошло, и вы мимо нее ни одной не прошли.